с темой ваших исследований, вы занимаетесь вопросом Второй мировой войны. Вы занимаетесь в том числе вопросом Второй мировой войны на территории бывшего Советского Союза. Меня с 7 октября, я хочу услышать ваше мнение по этому поводу, не покидает ощущение, что мы пережили свое 22 июня. Это не война судного дня, и это не 11 сентября. Это крах политической концепции с одной стороны, неготовность армии с другой стороны. И вот все это вместе превратилось в то, что превратилось. Есть основания для такой параллели? Ну, во-первых, да. Я думаю, что то, что произошло с нами 7 октября прошлого года, войдет в аналы истории, уже вошло. И будет изучаться повсеместно, как в университетах, чисто гражданских институтах, военных, каких-то специальных там разведывательных курсах. Именно как пример вот такой вот неготовности, такого жутчайшего совершенно, да, вот я пытаюсь подобрать термин, да, ну жутчайшего, тут нечего стесняться, провала. И, конечно, в этом плане это можно поставить на один уровень, на один, вот на одну полку, да, историческую, вот вместе с тем, что вы упомянули, 22 июня. Да, 41-го года, конечно. Опять же, относительно неготовности армии, я думаю, что и даже в том случае, в общем-то, советская армия была относительно готова. Мы видим это по тем боям, которые они вели потом на протяжении 41-го года. И, в общем-то, сорвали план Барбароссы. Были бы совсем не готовы, да, то есть развалились бы тут же. Но, тем не менее, несмотря на всю катастрофу, которая их постигла, они год закончили достаточно достойно. Ну и ЦАЛ остановился, если мы проводим параллели. Да, да, конечно, да. ЦАЛ, на самом деле, действительно замечательная структура, очень эффективная, профессиональная и действительно одна из лучших в мире.